конференция, пожалуйста, по игре, ваши комментарии. Ну, в принципе, игра у нас в плане атаки совсем практически не получилась. Вот. Ну, где-то я ожидал этого, потому что были объективные причины. То есть и 5 человек в сборной у нас были в разных возрастах, и болел кто-то, кто-то был травмирован. Как бы было предчувствие, что не все получится, но в любом случае сзади сыграли на ноль. Что радует. Вот. А над игрой впереди, ну, я думаю, что за эту неделю мы кое-что придумаем, подправим, подкорректируем. Вот. И к следующей игре должны подойти уже все вместе, одной командой. Будем готовиться целенаправленно к славе.